Жительница Шымкента Екатерина об этой выставке меда узнала совершенно случайно. Проходя мимо торгового комплекса «Альфа-Раби», девушка увидела вывеску. Решила заглянуть на минутку и забыла о времени. Вместе с подругой они попробовали несколько видов меда. Гипоаллергенный, вот этот барский мед, очень вкусный, самый, который не вызывает аллергии. Он очень вот мягкий, такой ощущение, как будто в него масло добавили. Прям вкусный очень. Вот этот вкуснее и, ну, чувствуется, что он натуральный. Тут покупаешь и, ну, если честно, не сомневаешься в натуральности этого меда. Царский бархат, душица, девисил, горные луга. От разнообразия сладкого нектара кругом голова. Янтарные, прозрачные, матовые, белые, как сметана. При этом ароматные и необыкновенно вкусные и полезные. В ассортименте только лучшие экологически чистые целебные сорта меда. Российская медовая компания приезжает в наш регион уже в третий раз. Гости отмечают о повышенном интересе наших горожан. Уже есть и свои клиенты. Особенные любители этого меда покупают не один и не два килограмма, но и по 30 килограммов. В этот приезд медовики пополнили свой ассортимент вкуснейшими и одновременно полезными видами нового меда. Наш ассортимент пополнился новинками. Такой мед, как целебный сбор, мед весенний, первый откачанный мед с весенних цветов. Вас приятно удивляют цены прошлого года. Они не изменились, остались теми же. И, как всегда, действует акция. При покупке килограмма, килограмм меда в подарок. В этот раз мы привезли три подарка на выбор. Корица, луговой и гвоздика. Побывав на этой выставке, жители и гости нашего города могут купить не только мед, но и текстильную продукцию из России. Подушки, одеяла, постельные принадлежности очень высокого качества. Да и цены доступные. Не оставят равнодушными и настенные картины ручной работы уральских мастеров. Напомним, выставка проходит в торговом комплексе «Альфа-Раби» на первом этаже с 10 утра до 8 вечера. И продлится она до 29 августа.